Всем привет! Уже почти сутки, ну ночью будет сутки, вот мы приехали. Утром спали до 11 мы сегодня. И сейчас потом к нам бабушки приходили. И это посидели чуть-чуть за столом. А теперь мы идем, уже поздно, уже 8 часов, но мы идем прогуляться, просто дойти до набережной, пройтись и обратно. Тепло, хорошо. И дети идут, говорят, айди. Вот они любят чипсы. Да? Да. Тут, здесь, какие да, тут вкусы? Самые вкусные чипсы. Самые вкусные чипсы. Там мясные. Какие тут вкусы у чипсов вообще. Вот, так что пойдем прогуляемся, начинаем ходить. А то мы там только на машине, да на машине. Сейчас немножко походим. Тут тусовочка. Здесь куча людей. Людей. Все без масок. Хорошо, что мы привитые. Тут что только нет. Вот это настроили, по-моему. Вот этого я не помню. Но не здесь, мы были там, в городе. Марио здесь построили, да. Вот это, конечно, прикольное место. Может, как-нибудь сюда зайти, бассейн. Хочется в этом году как-то заходить. Там посидеть. Тоже. По-моему, здесь второй этаж тоже построили. Да? А с Аней мы туда к морю ходили, нет. Все посадили в удочки такие. Пахнет это всюду. Да, все, людей уже очень много. Чтобы позвонить друг другу, поэтому не найдемся. Ну как мы позвоним, Жора? У нас номеров-то нет. Уехать, я вам говорю. Боже, все говорят по-русски. Нет, кое-что за 3 года немножко изменилось. Что-то новенькое построили. Тут как-то в этой кафешке сделали что-то по-другому. Эту стену переделали. Дизайн, или это новый хозяин, или что? Дельмар. Не помню такого даже. Ева. Немножко изменилось. О, стоит статуя. Статуя не могу, еще человек. Ага. Шляпа клевая. Смотрите, смотрите, куда идет. Вон. А, это тебе на тебя накинулся. Да, в Чикаго, по-моему. Деда Тория. Лиза такая смешная, она помнит Евпаторию по еде. Идет такая. Так, а тут где-то были пончики. Потом идет дальше. Ой, а здесь же были шашлыки. Море, море, мчка мое, море. Тут даже буйки сделали. Куча людей, да? Вообще. Ой, хаска пошла. Рыженькая.
подошел Тоша дома, сидит с папой, правда, не один. Давайте туда пройдем, тут столько людей, да? Бог, туда пойдем. Раньше назывался клуб Леон. Сейчас это называется вообще море, панорамный ресторан. Леон. Мы сюда ходили. Морской Леон назывался, Силая, ну, Леон его называли. И вот тут, вот, значит, он был одноэтажный, тут были такие эти открытые, сейчас все закрытые магазины, было все открытое. Мы там танцевали, дискотека была. Да, но это было, знаете сколько, уже 20 лет назад. Вот так вот. А сейчас тут просто ресторан, как оказывается. А что, ночные клубы уже не модно, что ли, здесь? Ночные клубы. А в Америке есть ночные клубы? Нету? А в больших городах? Ну, здесь типа night clubs, чтобы дискотека была, танцы. Нет? А, я что-то тоже сейчас только об этом подумала. Может, и правда уже нет? Евпатория моя любимая, такая симпатичная. Есть, конечно, повод у меня для недовольство. Вот эта набережная, которая уже делается сколько лет. 3 года назад, когда я здесь была, говорила, что вот, скоро доделают набережную. Она уже 1 или 2 закрыта. Это на тот момент. То есть она уже 5 лет закрыта. Ужас! Красивейшая старая набережная, которую рисовали художники, потому что там стоят мечеть, церковь. Просто поросла травой. Заброшена стройка. Ужас! Вот. Но здесь сейчас очень хорошо и симпатично. А, это... Хотите побег из проклятого места? Да. Да. Вот, вот тут мы были, Лиза. Шашлычная у Володи. Только такое ощущение, что второй этаж не работает. Смотри, никого нет. Хотите пойти в воду ноги помочить? Вот тут, наверное, можно зайти. Может, ножки. Хочешь, Жора? Да. Заходи. Только у меня туфли не такие. Ну ладно, я хочу помочить. Холодная? Холодная? Нет. Хотя что она за вечер не нагрелась, да, казалось бы? Почему она за вечер не нагрелась? Упирает. Даже наоборот, в море. Да нет, не холодная, привыкнуть можно. Видишь, купаются все. Тут у нас такой пирс заброшенный. А? Жора купил себе пистолет уже. Уже умудрился. А я тоже умудрилась, что вы думаете? Я себе уже купила маску для волос и для волос масло. Потому что у меня волосы очень пушатся. Я не хочу ходить тут как чебурашка пушистая. Купила себе масло для волос. Да, пирс разваленный, все. Тут ничего, вот это, папа мой так злится, морской город, портовый, все, все, что связано вот с портом, с морем. Но это не порт, но это пирс, от которого корабля, наверное, высоко отходит еще катера. Смотрите, это ж вообще, вот, это все надо ремонтировать. Ну, они набережную могут сделать, о чем речь. А тут зато кафешки хорошие есть. Ой, ножки, ножки, ножки. Мое море, любимое черное море. Пролетели, облетели полпланеты, да? Чтобы в море прийти покупаться. Смотрите, помазала волосы маслом, вроде даже и не пушатся. Напоминает те глаза. На одинаковых ролях мы гуляли под луной, песни нам шептал прибой. В курорте Евпатория тебя не скоро позабуду.
конечно, вкусняшка, особенно вот в рыбном отделе. Рыба, рапаны. Так интересно, это холодильник? Да, это холодильник, они холодные. Да, курочка. Их нужно готовить. Здрасте. Их нужно готовить. Все красиво, шашлыки, кубаты. Эти. Мы хотим заказать одну рапаны, одну миди попробовать. Жорику дать попробовать. Жорик, а ты с нами их никогда не ел, да, вот эти рапаны и миди на пляже? Нет, ты еще маленький был. Или еще не было тебя? Не было. А ты как помнишь, тебе 5 лет? Мы в Харькове кушали. Нет. Да. Нет. Да, нет. А. Взяли палочку рапанов, палочку миди. Вкусно. Ох, как мы на море раньше. Прямо ходили по пляжу, продавали вот эти миди и рапаны. Мы на пляже покупали, это с пивком. Ох, как было вкусно раньше. Кусил, нет? И целую возьми в рот и ешь. А рапаны как? Оба. Так же ешь. Как? Что? Они не идут от этого. Это очень рад. Что? Я не могу откусить. Сегодня, в общем, быстренько прошлись, потому что мы еще чумные после дороги. Быстренько прошлись туда-обратно. Вот, попробовали рапаны и миди. Жорику ничего не понравилось. Лизе понравились миди. Рапаны выкинули. Вот. И идем домой. Я живу близко к Курзалу. Нам идти буквально 15 минут прямо от дома до Курзала. Так что, ну, Курзал это наше вот это место, там, где набережная, где развлечения. Вот если медленно, то может быть 20 минут. Так уж, если в развалочку. Так что, вот уже футбол смотрит, мы тоже там смотреть будем.